Здорово, ребятки! С вами я, Стив Про, и сегодня вы узнаете, кто победит Гренни или Балди в Майнкрафте 1.7. Как вы уже могли понять, сегодня мы с вами устроим битву между довольно популярными персонажами, а именно Балди и Гренни в нашем ванильном Майнкрафте. Сегодня, ребята, у нас будет довольно интересная битва. Если данная рубрика вам нравится, то обязательно ставьте лайки. Ну а мы с вами, ребята, начинаем. В итоге, что я сделал, ребята, я заменил Гренни на зомби. Кстати, как видите, ребята, Гренни сейчас поступает нечестно, потому что на ней сейчас одета, собственно говоря, броня, а это, ребята, совершенно нечестно. Поэтому мы с вами берем наш алмазный меч, которым мы с вами караем всех наших героев данной рубрики. И, как видите, у нас выпала броня, и пусть она здесь, ребята, лежит. Давайте еще раз спавним Гренни. Вот, наша Гренни без всяких бафов, без всяких там спидхаков, ребята. И здесь мы с вами спавним нашего Балди. Ну и теперь, ребята, давайте посмотрим, кто у нас победит. Как вы понимаете, Балди маленечко выше Гренни, но особых преимуществ Балди это не дает. И давайте посмотрим, кто у нас все-таки победит, если без всяких там бафов, ребята. В итоге у нас побеждает Балди, это довольно прикольно. Ну и давайте, ребята, повторим этот эксперимент еще и второй раз, ребята. Также просто спавним Гренни и, ребята, нашего Балди. Мы им пока не даем никаких вещей, не даем их никаких никаких эффектов, просто они, ребята, дерутся. Так, окей, я думаю, что в этот раз победит Гренни, хотя я думаю, что нет, нет, ребята, Балди. А нет, ребята, все-таки победила Гренни. То есть, как видите, здесь присутствует довольно большой рандом. Окей, ребята, давайте мы с вами опять убьем Гренни, и теперь мы с вами сделаем кое-что довольно интересное. Как вы знаете, ребята, Гренни в оригинальной игре Гренни имеет при себе дубинку, поэтому давайте мы с вами ей дадим, ребята, вот обычный деревянный меч. Ну, а нашему Балди мы с вами, ребята, дадим, угадайте что, правильно, маленькие бафы. То есть, сначала мы дадим зелье силы аж второй степени, а потом, ребята, уже посмотрим. Кидаем зелье силы и давайте смотреть, кто у нас победит. Я почему-то думаю, что победит опять Гренни, потому что у нее, да, ребята, да, у нее намного больше урона. И сколько у нее там осталось хп, давайте посмотрим, заспавним обычного Гренни опять, ребята, опять заспавнил Гренни. Так, ага, ну, короче говоря, хп у нее осталось довольно много, поэтому, ребята, она победила бы так и так. Так, еще раз убиваем наших персонажей, еще раз, ребята, спавним Гренни. Вот, даем ей опять дубинку. Так, свою дубинку мы с вами убираем. Кстати, блин, дубинка заменилась, ребята, именно на яйцо Гренни, мы его обратно берем. И здесь, ребята, с вами в углу, сейчас мы с вами, блин, давайте, пусть она уйдет туда. Мы в углу с вами заспавним нашего Балди, даем ему, ай, ребята, блин, получилось маленечко не так. Не знаю, по-моему, Гренни, ребят, не подцепил этот эффект, но походу, чего, с помощью бафов, ребята, Балди смог победить Гренни. Офигеть. Хотя, смотрите, ребята, у Гренни, получается, урон был аж 4, ребята, урона. Так, и сколько осталось хп у нашего Балди? Давайте проверим. И смотрите, у Балди осталось довольно много хп. И даже сейчас он, ребята, просто тащит катку. Офигеть, ребята, вот это читерские бафы были у нашего Балди, ребята. Смотрите, смотрите, что творит молодой, ребята. Он уже убивает третью офигеть, ребята, он убил просто 3 Гренни, это просто дичь. Окей, ребята, давайте мы с вами повысим наши ставки, и теперь Гренни мы с вами дадим уже не деревянный меч, а дадим, ребята, алмазный. Я думаю, что это будет тоже довольно интересно, поэтому спавним, ребята, Гренни. Не такую, зараза, не такую, а обычную Гренни. Так, вот такую. Даем, ребята, мы ей, собственно говоря, что правильно, даем мы с вами ей алмазный меч. Так, стираем это и пишем Diamond Sword. Окей, все. Дали ей, ребята, алмазный меч. Наш алмазный меч мы с вами пока выбросим. И здесь в углу мы с вами опять спавним Балди и даем ему эффекты. Все, ребята, давайте вот теперь посмотрим, кто победит, Гренни с алмазным мечом или Балди с эффектом, ребята. Я думаю, что победит Гренни. Нет, Гренни не побеждает, зараза такая, ребята. И Балди просто опять тащит катку. Так, мне просто интересно, сколько у него там еще осталось, собственно говоря, эффектов, сколько у него осталось хп, ребята. Вот, давайте сделаем так. Если он сейчас затащит, он будет просто молодцом. Ребят, он тащит, ребята. Но я могу спокойно сказать, что в этой катке у нас победил, собственно говоря, Балди. Он выиграл первый раз, выиграл потом... А, нет, потом он проиграл. Потом выиграла вроде бабка, если не ошибаюсь. Потом мы дали зелье силы. Ну нет, ребята, я не могу сказать, что выиграл Балди. Все-таки, наверное, ничья, потому что вот с такими эффектами он побеждает. Хотя вот бабка уже с алмазным мечом не могла победить, ребята, нашего Балди. Что довольно странно. В итоге, ребята, счет давайте сделаем 3-3. Я думаю, что это будет правильно, потому что как бы и бабка
девушка тащила, и как бы Балди тоже тащил. Хотя, с другой стороны, ребята, будет довольно нечестно, потому что мои бабки давали как деревянный, так и алмазный меч. Поэтому, ребята, наверное, давайте сделаем... не знаю, я не хочу сделать счет в пользу Балди больше. Но, ребят, скорее всего, так и получается. То есть, первый раз, когда у них была чистая такая битва, победил Балди, потом победил Гренни, счет 1-1. Потом мы дали Гренни деревянный меч, Балди дали эффект силы, получился счет 2-1 в пользу Гренни. И, ребята, в последних катках два раза затащил Балди, поэтому счет, ребята, 3-2. Ну и в итоге в этой катке у нас все-таки победил Балди, ребята. Поэтому теперь вы знаете, кто сильней, а сильнее, ребята, Балди. Если вам, опять же, данный рубрик понравился, ребята, то обязательно ставьте лайки. Ну, а на этом все. Всем пока-пока.